Нет, давайте я сейчас открою дверь. Но у меня будет прямой эфир водиться. Хорошо. Подожди. Я солнышко казах или? Сгей, ёмне. ОПМ деп. Біз қалада начала Сейфуллина 187-20 жылдым. 39-шы квартира. ОПМ деп. И по КСК-дан жалоба түсті деп. Бізді іздеп келіп тұр. Мен есікті ашып қойып едім. Қазір наряд шақырамыз, есікті бұзамыз дейді. Сол себептен қазір мен есікті ашам. Прямой эфир түсірем сол кезде де. А сам он? Куда ты? Удостоверение, придешь? Мое удостоверение в машине лежит. Все, кто здесь проживает. Смотрите, кто будет проживать, сейчас надо будет проехаться в КСК пройти и предоставить свои данные. Кто действительно здесь проживает? Смотри, у нас сейчас идет ОПМ участок, они звонят, говорят, вот такая данная квартира, мы стучимся, двери не открываем. Когда это требует списка. Только что было? Стучаться, двери не открывают уже какой день. КСК на Киргенчокишку. Который день уже приходит? Который день дегенде мен үйде часто редко болам. Сиздесиңиз ким? Менин бүгүн туган күн. А сиздесиңиз ким? Нурболат. Нурболат, ты только что говорил, что через дверь? Мы вот все записывали. То, что ты несовершеннолетний, да? Ашым келген жок экен. Предоставьте свои документы. Менин машинада жатат. Все записано. Машинада жатат. На аудио запись записывали вас. Тогда давайте выйдем, пойдем в машину. Не буду я выходить. Почему? Жоқ, сіздер формада емессіздер. 102 позвони, наряд вызови. Неге формада емес? Корточка, нелеріңізді көрсетіңізші, ОПМ қағазын, корточкаңызды. Представьте мне. Бәрін көрсетеміз. Жоқ, бәрін маған шыққаннан кейін бәрін көрсетіп береміз, шыққаннан кейін сіздер аласыздар, мен скручивать етіп алып кетесіздер, мен білемін ғой. Неге? 102 вызов делал, скажи, непонятные люди снимают квартиру, и кто здесь? Сіз құжатыңызды көрсетіңізші? Менде машинада деймін құжат. Ана, кім? Ана, бала кім? Қайса? Ана, үлкен бала. Ваши документы тоже можно? А? Ваши документы. Машина? Ну так принесите. Зачем? А с полсом, конечно. Принеси, пожалуйста, документы. Зачем? Зачем? Предъяви. Сіз өзіңіз документіңізді көрсеткен жоқсыз маған біріншіден? Нам все предъявили, показали. Сіз өзіңіз кім көрсеткен жоқсыз, ана жігіт көрсетті. Предъявили, вам показали. Не показывали. Через глазок я вам показывал. Не показывали. Сіздер шықты, КСК-дан кетесіңдер ма? Или КСК-ны сіздер шақырды ма? Иә, КСК-ны шақырды. КСК-ның представителі қайда? Сіздер неге формада емессіздер? Екіншісі, біріншіден. Екіншіден сіз маған ешқандай документ көрсеткен жоқсыз. Үшіншіден ОПМ-ның қағазын көрсеткен жоқсыздар. Төртіншіден мен сіздермен ешқайда бармаймын. Ты с нами не должен проходить, мы тебя не обязываем. Да, Генс, сайт вот сука, как же. Хейтска на барам. Предоставьте все, причем здесь барасан барам. Документы в машине. Мы тебя не зовем никуда, ни в РУД, никуда не приглашаем. А ты что ли говорил только что? Что? Сегодня я на УЗИ не то, что остаток Хейтска на барам. Документы надо представить, предъявить. Ну, да кто здесь проживает, действительно? Я не проживаю, я просто гостеваю здесь. И все. А, гостеваешь? У меня дом в Талаптере. Сонда КСК-ның несі үшін сонда наряд шақыру керек, мен есікті аштым. Вы же не хотите, мы сейчас официально будем туда наряд вызывать. И всех... Ну, по какой причине наряд шақырында? Дайте маған, братан. Потому что здесь нет людей, хозяева. А это какая причина сонда? Хозяин болмаса... Причина, мы... Да, онда неге ана кишилерге тиспейсиздер ал? Не все данные есть, кто проживает. По факту. А біз қонаққа келіп тұрмыз міне. Иттер, қонаққа келіп тұрмыз осында. Үйдегі келіп қалып не істейсің осында? Қазір сендердің нарядтарың мен айтайын ба? Шақ мүйіттің ішінде келеді, өйткені ол астығы тұр.
Да, ты че? Я в этом уверен. Даже с ним деги как когда шаришь. И все, салфун. Атчыңызды, документіңізді көрсетіңізді қайттан? Мен эфирге түрейін. Қайттан ба? Қайттан көрсетіп алмайсыз. Сіз көрсеткен жоқсыз маған? Көрсеткен жоқсыз. Мен сізге неге көрсетіп, канарет келеді, сізге көрсетіп документті. Сіздің документті канареттен істеу. Ты же только что не хотел разговаривать. Чего? Я не говорил этого. Чего? А почему? Я не говорил этого. Как не говорю? Ты же говоришь, я никуда не буду, не пойду. Я же не говорю. Вы же сами со своих уст. Я могу документы показать, но они в машине. Ну так. Я сейчас не буду выходить. Мы же здесь стоим. Кто тебе собирается? Мы за тобой не пойдем сзади. Выясни. Это документы что-нибудь изменит? Конечно изменит. Мы должны знать, кто здесь проживает действительно. Ладно, подождите. Как фамилия? Ваша фамилия как? Какая тебе разница? Почему ты летаешься, молодой человек? Менің аты жөнім Ағаділов Нұрболат Дулатұлы. Ал сіз өзіңіз танысыңызшы? Мен қазір удостоверениемді алып келемін. Я могу предъявить, доказать то, что это мое. Жоқ, ол менің осында тұрып жатқаным не қатысы бар, айтыңызшы? Мен білмеймін ғой, сіз тұрасыз ба, тұрмайсыз ба? Вы же говорите, что вы гостеваете здесь, да? Как вы сказали? Я мен келіп кеттім просто, кеше түнде келдім. Предоставьте документы. Хотя қазір командировкада. Без проблем, пожалуйста. Кілті менде міне, квартираның машинамен бірге менде ғана бар. Вы же даже не знаете номер телефона вашей тети, которая предоставила вам жилье. Мен айтпаймын сіздерге. Ну вот все, тогда документы. Нешін айту керек. Сіз маған қағаз көрсеттіңіз ғой, что осындай. Я вам что, изначально показал все. Жоқ, менде айта салам қазір. Менде айта салам то, что, бля, есік алдына машина менікі емес деп. Кім айдайды екен білмеймін деп. Вы же то, что собирались. Барам қазір, тұра тұр. Мен сөйлесіп болайық та енді. Жоқ, сіз көрсетіңізші маған то, что осы квартираның прописаны адамдары жоқ екен. Иә. Біріншіден қағазым, ОПМ қағаз жүріп жатқанын көрсетіңізші маған. Есім кім болады? Нұрболат. Нұрболат, если көрсетсең, что будет? Что-то изменится? Я вам покажу полностью документ. Телефон отключите в прямой эфир, если көрсетпесін. Я вам покажу полностью документ. Ты за свои слова лучше ответь. Иди принеси свою удостоверение личности. Принесу? Ну вот, пожалуйста, мы ожидаем. Хорошо. Ожидайте. Ваши документы где? Молодые. Әзірше прямой эфир үзе тұрайын. Қайтарған шығарым бар. Давайте я не поленюсь. Төртінші подъезге барып, КСК представителін шақырып келейін. Ағай, сіз қайта-қайта звондап отырсыз. Менде прямой эфир жүріп жатыр, ренжімеңіздер, телефон көтермеймін. Қашанға дейін күтеміз, айтыңызшы? Мен әлі тамағым ішкен жоқ, мен әлі дәретханаға да барған жоқ, бетіғым жоқ жоқ. Давайте дверь закроем, мы умоемся, потом к нелерам, участковым кеген кезе есік ашамыз. Без проблем. Аштым ғой осы уақытқа дейін. Маған удостоверение алып келдіңіз, удостоверение алып келдім. Есікті аш дедіңіз, есікті аштым. Что еще хотите? Услуга за услугу. Адам сияқты просто туалетке кіріп алайын, бетон жуып алайын дегенде. Миш. Я впервые слышу, впервые вижу то, что ОПМ мен адамды квартирадан іздеп келетін. То, что кім тұрады екен деген сияқты. Келет представитель КСК несімен, блокнотымен. Өзінің кәдімгі
заводской блокнот бар, то что кто здесь живет, кто здесь прописан. Қайда жұмыс істейді, соның бәрін жазалып көдеді. Осы уақытқа не ондай ситуациялар болған, я не отрицаю. Просто сендердің андағы движенияларым просто не знаю, что вы хотите. Братсыз сонда сөйтіп, қақиып тұрға келдіңіз ба, участковый болсаңыз? Участковый емес. Нарядсыз ғой енді. Участковый не үшін күтіп отыр, соны түсіндіріш. Нарядты не үшін шақырдыңыздар? Біз какой-то бір грабителіміз ба, или убийцамыз ба? Түсінбедім сіздерді бар ғой? Жоқ, нарядты не үшін шақырдыңыздар? Соны түсіндіріңіздер ма? Если наряд шақырып алып, участковыйды күтетін болсақ, онда сразу бір жауап участковый шақыру керек ғой? Громкийден бірдеңе айтып отыр, әне голосовой. Давайте, приходите деп отыр ғой примерно. Соғырларына. Менің қаншама уақытымды алып отырсыз, братан. Сіз мен просто маған таныстырған жоқсыз өзіңізді. Мен сізге братан деп сөйлеймін, не деймін басқа? Мама наша. А в чем дело? Хара, КСК звондап тұрмыз. Департамент полиции звонит. Да. Корочкаңызды көрсетіңізші. Вы представьте, вы кто? Вы со стороны пришли, мы же не знаем, кто. Как это со стороны? Сказали, кто хозяйка в Алма-Ате. Ваши слова? Нет. Вы... А? Вы сказали, что хозяйка в Алма-Ате, да, правильно? Да. Ваши слова? Да. Теперь не отрицаю. Я не сказала, что я хозяйка, я здесь живу. Вы сказали, вы здесь живете. Покажите документы. Я здесь живу. Мы сейчас хотим определиться, кто здесь хозяйка. Сыз, ну, документ сразу же. Вин, документ курсит Алма-Ате. Не курсит Алма-Ате. Со стороны пришли, как я вам предоставил? Ама, мне хотя бы им сыз. А что, граждан... Я предоставил документы вот этим лицам. Сыз... Органы системы обязанности зуб курсить, говоришь, что? Хоть кому вот это бегу я домой. Представители власти, да? Я так полагаю. Ну, докажите, что вы представители власти. Мин армия курс тебе вернут, как мы это, да? Курсет, курсет, курсет. Уже подозрение снимают на камеру. Почему? Ты же не первый раз это знаешь. Почему? Рахимбеков Алибек. Рахимбеков Алибек, ты да. Значит, курс кинжок Маану удостоверение. Документы покажите. Көрсет, бірақ берме. Вы здесь снимаете квартиру, да? Ваш, я здесь не проживаю, пока у меня дом строят. А почему документы не даете к ТСК? Ну что вы здесь снимаете, действительно? Я сказала, я не снимаю, я временно проживаю по согласию с этой... А кто, фамилия хозяйки, как будет? Ах, крестишь, мама. Федь, крестишь, мама? Ходи, сиди. Улар, ты на, мам. КСК-ның представителіне жаңа мен диспетчеріне звондадым. Білмеймін, мам. Ильнар, тебе скажите, пожалуйста, кто хозяин данной квартиры? Почему никаких данных нету в КСК? Куралай Апай, я попросила, пока мне дом строится, пожить у них. По согласию хозяйки, почему мы должны аренду платить? Временная регистрация. Участки на регистрации. Почему не прописываетесь? Сейчас мы по моему участку идет.
Брат, ОПМ участок-то курсичи маған қағазын? Курсичи бірінші сен. Бір сағат болды ол жерде тұрғанымызда, курсичи ал. Зачем звонить, если у вас должно быть? Сейчас участковый пройдет. Мен жана сіздің көзіңізше громко говорительмен сөйлесіп диспетчермен. Он будет разговаривать, он будет разговаривать. Не үшін келіп тексеріп жатырсыз. Айқ кім білеш? Не үшін? Сай бүйіне тұрма. Кто живет на данной квартире? Кто спросил? Никакой. Мы спросили. У кого? Никому, у КСК. По какому поводу? Именно наша квартира, да? Жоқ, мына квартира неге сұрамайсыз? Өйткені бүкіл хозяйлары бар. Қазір участковый келеді, все объяснит. Қазынан жана ғана. Мына жерде половина тут снимает квартиру. У половины нету документов. Да? Да. Это документы все снимают. Аренда жилье. Там тоже нет. Нет, ну, кажется, сам за себя отвечает. Неге, именно бізге келіп тұрсыз? Я не сказала, что снимаю. Я временно проживаю в таком месте. Жоқ, сіз неге маған бізге келіп тұрсыз, соны түсіндіріңізші? Мен саған түсіндірдім. Да. Это ты мне только что лгал, стоял, что ты несовершеннолетний. Да? Мен өйткені ашқым келмеді. Что от меня? Мен өйткені ашқым келген жоқ есікке. Мен біліп отырмын то, что сендер обманным путем хотите ворваться. Вы обманным путем моего отца забрали в изолятор. А при чем здесь отец-то? Я твоего отца вообще не знаю. Ага, не знаешь. Да? Все прекрасно знаете. Я не буду ничего говорить. Даже представитель КСК сама сказала то, что... Не ерите. Это мой племянник. Это... Друг мой. У меня сегодня день рождения. У меня сегодня день рождения, кстати. Они пришли поздравиться. Что, нельзя, что ли? Ну все. Они документы не показали. Пускай документы себе предоставят. Вот. На, Бекзат, сенің документің. Көрсетші документті. Мен өзімдікін көрсеттім лично. Неге соңыздан қалмайсыздар? Неге керек? Мен байын өтіп ендерің аз ба сіздерге? Неге керек басқа? Кім өлтірді? Сендердің изоляторларын өлтірдім. Малиновканың изоляторы. Ну туда жалуйте сенге, в изолятор. Жалуюсь. Буду везде жаловаться. Международная организация. Сіздердің қазір келіп тұрғандарыңыз маған бір қағаз да көрсеткен жоқсыздар, что сіз законно келіп тұрған жоқсыз. Мен де сізге сенбеймін. Сіз жаңа мына жігіттің өзі айтты. Мына жігіттің өзі айтты. Я закон деп. Менде прямой эфирде жазылып тұр. Я закон деп. Ну, предоставьте это суду. Что ты думаешь? Сіз бізге сенбейсіз. Ладно, бізде сіз. Мен сенбеймін. КСК-ның представителі айтып тұр жаңа. Отрабатывает по факту. Сейчас у нас ОПМ розыск. Кто здесь живет? Почему? ОПМ розыск. Тында. Все ОПМ розыск кедин жана. ОПМ розыск кедин жана. А ты что орешь? Син жана гана айтты. ОПМ розыск. Правильно. Мисал айтылды. Уже не орын эле. Кеме. Вы что делаете? Давай сюда. Давай сюда телефон. А кем ты? Давайте я не поленюсь, төртінші подъезге барып, КСК представителін шақырып келейін. Ноғай сіз қайта-қайта звонап отыр. Мен де прямой эфир жүріп жатыр, ренжімеңіздер, телефон көтермеймін. Қашанға дейін күтеміз, айтыңызшы? Мен әлі тамағым ішкен жоқ, мен әлі дәретханаға да барған жоқ, бет қолым жуған жоқ. Давайте дверь закроем, мы умоемся, потом к нелерге, участковыйларын келген кезде есікті ашамыз. Без проблем. Аштым ғой осы уақытқа дейін. Маған удостоверение алып келдіңіз, удостоверение алып келдім. Есікті аш дедіңіз, есікті аштым. Что еще хотите? Услуга за услугу. Адам сияқты просто туалетке кіріп алайын, бет қолым жуып алайын дегенде. Біш.
я впервые слышу, впервые вижу, то что ОПМ-мен адамды квартирадан зек билетин. То что кім тұрады екен деген сияқты. Келет представитель КСК, несімен, блокнотымен, өзінің кәнгі заводской блокноты бар, то что кто здесь живет, кто здесь прописан, қайда жұмыс істейді, соның бәрін жазалып көдеді. Осы уақытқа не ондай ситуациялар болған, я не отрицаю. Просто сендердің андағы движениеларын просто не знаю. Че вы хотите? Братцы, сонда, сөйтіп, қақайып тұруға келдіңіз ба? Участковый болсаңыз? Участковый емес. Жоқ, нарядсыз ғой енді. Участковый не үшін күтіп отырсың, соны түсіндірші. Нарядты не үшін шақырдыңыздар? Біз қакой-то бір грабителіміз ба, или убийцамыз ба? Түсінбедім сіздерді бар ғой. Жоқ, нарядты не үшін шақырдыңыздар? Соны түсіндірші. Если наряд шақырып, участковый күтетін болсақ, онда сразу бір жолатып участковый шақыру керек еді. Бромкидан бірдеңе айтып отыр, енді голосовой. Давайте, приходите деп отыр ғой примерно. Соғырларына. Мен қаншама уақытымызды алып отырсыз, братан. Сіз мен просто маған таныстырған жоқсыз өзіңізді. Мен сізге братан деп сөйлеймін, неден басқа? Мама наша. А в чем дело? Хара, КСК звондап тұрмыз. Департамент полиции звонит. Да. Корчыңыз көрсетіңізші. Представьте, вы кто? Вы со стороны пришли, мы не знаем кто. Как это со стороны? Сказали, кто хозяйка в Алма-Ате. Ваши слова? Нет. Вы... А? Вы же сказали, что хозяйка в Алма-Ате, да, правильно? Да. Ваши слова? Да. Теперь вы не отрицаю. Я не сказала, что я хозяйка. Я здесь живу. Вы сказали, вы здесь живете. Покажите документы. Я здесь живу. Мы сейчас хотим определиться, кто здесь хозяйка. Сыр, мы вам решили документ трогать. Вин документ кушать алмасы. Не кушать алмасы. Со стороны пришли. Как я вам предоставлю? Ама, мне хотим вам А что, граждан? Я предоставил документы вот этим лицам. Сыз... Я вы им предоставили, я не видела. Органы сестра, сыз, обязанность сух кушать, говоришь, что? Хоть кем босса, да любой адам. Представители власти, да? Я так полагаю. Ну, докажите, что вы представители власти. Мен армия курсы вернем, как мы это, да? Курсет, курсет, курсет. Уже зрение снимают на камеру. Почему? Ты же не первый раз это знаешь. Почему? Рахимбеков Алибек. Рахимбеков Алибек, дейді. Нажит курсы, жоқ маған ода сүрінесін. Документы покажите. Курсет, бірақ берме. Вы здесь снимаете квартиру, да? Вы что? Я не проживаю, пока у меня дом строили. А почему документы не даете к КСК? Да. Ну что вы здесь снимаете, действительно? Да. Говорите, что у вас аренда жилья? Я сказала, я не снимаю, я временно проживаю по согласию с А кто фамилия хозяйки, как будет? Нахуй, если что, Қайтып күресінші маңыз? Қадерет сөзі. Олар тыңдамын. КСК-ның представителіне жаңа мен диспетчеріне звондадым. Кеше өмір қайтып сөйлеп жатырмын? Мен мәм. Скажите, пожалуйста, кто хозяин данной квартиры? Почему никаких данных нету в КСК? Скролай, апай.
я попросила, пока мне дом строится, пожить у них. По согласию хозяйки, почему мы должны аренду платить? Временная регистрация. Да? Почему не прописывайтесь? Сейчас он тупой участок идет. Брат, тупой участок, ты курсишь маган кагазын? Курсите бірінші сен. Бір сағат болды осы жерде тұрғанымызда, курсетші ал. Зачем звонить, если у вас должно быть? Сейчас участковый придет. Мен жана сіздің көзіңізше громко говорительмен сөйлестім диспетчермен. Он будет разговаривать, вы будете разговаривать. Не үшін келіп тексеріп жатса. Айық кім білеш? Не үшін? Дай жүйіне тұрма. Спросили? Кто живет на данной квартире? Кто спросил? Мы спросили. У кого? Никого, у КСК. По какому поводу? Именно нашу квартиру, да? Жоқ, мына квартира неге сұрамайсыз? Өйткені бүкіл хозяйлары бар. Қазір учковый келеді, все объяснит. Қазір маған жана ғана. Мына жерде половина тут снимает квартиру. У половины нету документов. Да? Да. Это... Там тоже нет у многих? Нет, ну каждый сам за себя отвечает. Но неге именно бізге келіп тұрсыз? Я не сказала, что снимаю. Я временно проживаю в комнате. Но сіз неге маған бізге келіп тұрсыз, соны түсіндіріңізші? Не, саған түсіндірдім. Это ты мне только что лгал, стоял, что ты несовершеннолетний. Да? Мен өйткені ашқым келмеді. Что от меня? Мен өйткені ашқым келген жоқ есікті. Мен біліп отырмын то, что сендер обманным путем хотите ворваться. Вы обманным путем моего отца забрали в изолятор. А при чем здесь отец-то? Я твоего отца вообще не знаю. Ага, не знаешь. Да? Все прекрасно знаете. Я не буду ничего говорить. Даже представитель КСК сама сказала то, что... Вы не обманываете. Ушу болып атқан жоқ, төбелес болып атқан жоқ, ешкімді зорлап атқан жоқ, ешкімді ұрлап атқан жоқ. Мы не знаем, сколько человек. Это мой племянник. Это... Друг мой. У меня сегодня день рождения. Они, кстати, да, у меня сегодня день рождения, кстати. Они пришли поздравиться. Они... Что, нельзя, что ли? Ну все. Они документы не показали. Пускай кто? Документы себе предоставят. Вот. На, Бекзат, сен документы. Курсишь документы? Я показал. Мен өзімдікін көрсеттім лично. Не керек сіздерге? Не керек? Неге соңыздан қалмайсыздар? Не керек? Мен байым өтіп ендерің аз ба сіздерге? Не керек баста? Кім өлтірді? Сендердің изоляторларын өлтірдім, Малиновканың изоляторы. Ну туда жалуйтесь, сендер, изолятор. Жалуюсь. Буду везде жаловаться. Международная организация. Сіздердің қазір келіп тұрғандарыңыз маған бір қағазда көрсеткен жоқсыздар, что сіз законно келіп тұрған жоқсыз. Мен сізге вообще сенбеймін. Мен де сізге сенбеймін. Сіз жаңа мына жігіттің өзі айтты. Мына жігіттің өзі айтты. Я закон деді. Менде прямой эфирде жазылып тұр, я закон деп. Ну, предоставьте это суду. Что ты отменяешь? Сіз бізге сенбейсіз. Ладно, біз де сізге сенбейміз. Участковый не келеді, не жүрді. Біз де сізге сенбейміз. КСК-ның представителі айтып тұр жаңа. Будет отрабатывать по факту. Сейчас у нас ОПМ розыск. Кто здесь живет, почему? ОПМ розыскесін. Тыңда. Сен ОПМ розыскедің жаңа. ОПМ розыскедің жаңа. Отойди, ты что орешь? Сен жаңа ғана айттың, ОПМ розыск деп. Правильно. Вы что делаете? Давай сюда, давай сюда телефон. А чем ты? Точно, блик-то не ищи нахуй. Азда енді. Осыған 60 күн қамадыңдар осы мына Маниновқа, білдің ба? Білесің ба? Оны сен біле білесің, кімсің сен? Атың кім? Есімім Руслан. Руслан, фамилияң кім? Ахмет. Ахмет, одан сөйлеп көрсетші маған. Мені кіргізші, мен ничего не знаю, мен кіруім керек. Неге кіргізбейсің? Мен заявление жазамын қазір оның үстіне. Тектен текке келді, алды да кетті. Нағылым путем, обманным путем келіп алып кетіп отыр. Не деген масқара? Қандай ұятсызсыңдар сендер? Не деген масқара? Ұятсыз емес болмасаң, осының ішіндегілердің бәрінің қолдары қан. Дулаттың осының ішіне қамағанда бәрің де осында болдыңдар. Ешқайсың болмағансың, осында болдыңдар. Кіргізбейсің. Онда шақырыңыз кім? Кім алып кетті? Не үшін? Қандай деламен? Қазір бәрі айқайшу, сабырлықпен. Қазір айқайшу енді басталады, ағыз. Неге алып кетті? Не үшін алып кетті? Біз винни бала. Не бала? Бер қарай тұр, машина келеді. Шақырмай. Кім бастығын қайда бастығыңды көремін? Старшылар шақырыңыз, білейік, не үшін алып кеткен, қандай причинамен. Ұятсыздар, ешқандай ұят жоқ. Ақысында покой бермейді, не деген масқара бұл?
Ассаламу алейкум, қазақ елі. Тағы да міне прямой эфирге шығып тұрмыз. Малиновка нұрудың алдында. Алып кетті дегенді дәлелдеп тұр. Алып келді, осында следователь бірдеңе жұмыс істеп жатыр деді. Енді көріп отырсыздар өздеріңіз барлық прямой эфирді қандай жолмен алып кеткен ОПМ деп. Мен басында есікті ашқан жоқпын, негізі үйде ешкім жоқ, 18-ге толмағанбыз деп. Сонымен есікті ашқызды, наряд шақырамыз, есікті бұзғызамыз деп. Ол сәттерде эфирге түспей қалды енді. Сосын есікті ашқаннан кейін жаңағыдай документті көрсеттіңіз дедім. Мен документті алып келдім, көрдіңіздер, машинадан барып алып келдім, өзімдікінде, Бекзаттікінде. Ол жерде мен, Ағаділов Нұрболат, Шакиров Бекзат, Мұхат Еркебұлан, Төленде Нұрлыбек төртеуміз болғанбыз ол квартирада. Как кеше түнде 12-ден кейін менің туған күнім болғасын, біз сол жерде кішкене отырыс жасап, өзіміз отырғанбыз. Сол жаңа біз оянып жатқан кезде Мұхат Еркебұланның сестрасы арқалықта тұр. Сол сестрасы звондап тұр. Осылай сені іздеп жатыр. Участковыйлар бірдеңе іздеп жатыр. Маған звондап жатыр. КМБшіктер звондап жатыр деп. Сол сәтте болған жоқ, бір 5 минутте өткен жоқ, уже есікке звонок басып тұр. Глазокты қарадым, басында көрсетіп тұр, одан кейін глазокты саусақтармен жауып тұрды. Көрдіңіздер, телефонды қолдан ұрып жіберді, телефонды қалтасына салып алды. Сонымен бізді Еркебұлан алып кетіп баратқан сәтінде бізді домофонның подъездің темір есікті ашқызбай ұстап тұрып, мен кнопканы басып жіберіп есікті итеріп жібердім да, сосын артқа қарай шалқайып кетті, бірақ құлаған жоқ. Ол мен до конца ұстап тұрды, курткамды полностью шешіп алып тұрып, мен далаға шығып кеттім. Курткамды шешіп, соны қолына қалдырып кетіп тұрып, өйткені ол мен курткамнан ұстап тұрды. Мен ішімде майка ғана болды. Майкамен далаға шығып, артынан жүгіріп барып едім, ештеңе дұрыс көріп үлгермедім. 74-14 деген бардовой номермен алып кетті 01 регион. Өздері жаңағы КМБшіктер серебристый приорамен келіп тұр. 312 CL AMA 01 мұнда регионның машинасымен келіп тұр, частный машинамен тоже. Енді қазір біз Малиновкаға келдік. Тоже 1-2 адамдар келеміз дейді. Күтейік. Осы жерде кішкене кішігірім мінтегімді ұстырайық. Айға шығып бостандық талап етейік. Жазықсыздан жазықсыз малан алып кетіп отыр. Негізі жұмысына кету керек тұғын. Қазір бір кезінде сағат уже 2 болып. Қанша дегенмен әке шешесі де уайымдап отыр. Не айтсам екен тағы. Алдында қай күні 20 Айнура Мырзалиева Алматыға кетер кезде оны тоже неден алып кеткен тұғын, жұмысынан алып кеткен тұғын. Біз бірақ оны мына Малиновканың РУДсының алдына келіп тоқтаған кезде машинадан түсіріп алдық. Сонымен ешқайда жіберген жоқпыз. 3 күн бойы 4 күн бойы талап кетті, жатты бізде үйде. Сонымен кішкене қиналған болған сияқты. Енді осындай немен іздеп келіп тауып алып келе берсін, ә? Менде зарядка аз келіп просто. Менде 5% зарядка. Қазір бастықтар келіп тұр мына жерге. Хорошо, мен завершаю, тогда қазір қайтадан эфирге шығамын. Здравствуйте. Еркебұлан, Мұхат Еркебұлан деген баланы үйден чектен чекке алды да кетті. Не себепті әкетті ол? Не үшін әкетті ол? Менің балам ол. Еркебұлан фамилиясы? Мұхат Еркебұлан. По какой причине задержали? Еще обманным путем сотрудники ваши пришли. То, что ОПМ, мы представителям КСК при них позвонили.
А представитель КСК, девушка сказала, то, что испугом. Блин, сказал, мне что-то сказал, что сыграй там. Она же шарм экип берет. Сыграй там, да, там, сыграй там, да, 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 мне, Харанс, мне, сын, да, спуганус, мне, здание отдела полиции, фото и видеосъемка запрещена. Мы не находимся в здании. Мы за территорией находимся. Не знаю кто. Подполковник. Не знаю. Атын айтты ма, әже? Әже, әже, атын айтты ма? Айтқан жоқ. Атында айтқан жоқ, даже не представился. Подполковник. И вот ушел он уже. Вот написано русским языком. В здании отдела полиции фото и видеосъемка запрещена. А мы не находимся в здании. Вот здание стоит. Вот здание стоит. Мы за территорией находимся. Так как мы имеем право снимать то, что захотим, это наше гражданское право. Они не могут запретить нам это. А где цирюльсин? Вы цирюльсин? Я как адвокат, я заявляю, вы не имеете права, тем более в моем присутствии, в моем присутствии, пожалуйста, видеосъемку прекращайте. Человек за это, мы не в пределах ОВД, сейчас видеосъемка ни к чему. Нет, мы сейчас отдельно будем разговаривать, я бы снимала все, все, все ситуации. А как таковое, как снимем структурин, как рано вот жить, как через кет. А сіздерге, сіз кінем, когда акерваться, в принципе, больше никакого принимания не нужно, необходимости. Ага. Противоправного здесь ничего не происходит. А, что-то такое запрещенное мы не говорим. Я просто хочу вам объяснить ситуацию, и все. И потом я... Проблем нету. Вашего присутствия нет. Вашего присутствия нет, нету необходимости. Не ищем никин, просто мы сюда лично цумим был. Просто всё, Кирюжок, запись хана. Мне сидит цундрин, давайте без съемок. У нас чисто конфиденциальный разговор. Пожалуйста. Всё.